нас второй двигатель разлетелся, вот перебил проводку на самолете, обесточил. И мы вернулись, короче, на родовом вылета на обесточенном самолете. Полностью обесточился, то ни на внешнюю никак, ни внутри кабинной связи не было. Ну, 300 метров мы вот набрали только. У нас 6 человек экипаж, я был второй пилот, вот оба мы. Это еще плюс техническая бригада, 8 человек, она в задней кабине летает. Приняли решение вернуться на аэродром вылета, то есть визуально. Пытались выйти на связь, вот на связь у нас не получилось выйти. Вот приняли решение садиться на полосу 25-ю, так как ситуация критическая была. Вот, поэтому приняли решение как можно быстрее провести посадку. Потому что и запас по высоте маленький был, и по тяге двигателей тоже. И у нас самолет обесточенный был, тормозов не было. Вот, реверс не работал, так как проводка была перебита. Поэтому это уже когда вот сейчас с полосы выкатились по земле. Вот. Посадка, при посадке разрушения не было, потому что так мягко сели. Все штатно было. Запуск все производился в штатном режиме. Никаких проблем не было. Приборы у нас не работали. Вот. Но по углу атаки, если судить, то это 280 где-то вот так. Ну, расчетная скорость была. Мы даже не успели закрутки убрать еще. Только шасси убрали. И у нас произошел хлопок такой. Управление было. Электричество, электрическую часть. Обесточенный самолет был полностью.